大家好，我叫莉亚。Всем привет, меня зовут Наталья, и я нахожусь в самом сердце Ташкента. Это парк Ташкент-Сити. Еще 3 года назад здесь была сплошная стройка, а сейчас она начала приобретать форму. Позади меня находится 6-й лот, это будущее Ташкента, это наш финансовый центр. Но самое интересное впереди, идемте, я покажу вам строительную площадку. Мы сейчас находимся на строительной площадке Ташкент-Сити, будущее финансового центра Узбекистана. И генеральным подрядчиком здесь является Shanghai Construction. Это и есть та компания, в которой я работаю. Это громадина на этаже убежища и есть демпфер. Это устройство, которое позволяет смягчить сейсмические волны во время землетрясения на конструкцию здания. Кроме того, стальная конструкция, бетон C60, а также технология BIM, которые были использованы Shanghai Construction во время строительства в Узбекистане, были применены впервые. С 2016 года Узбекистан стал вести политику реформы открытости и активно отреагировал на инициативу Китая «Один пояс, один путь». Я надеюсь, что в будущем наш финансовый центр Ташкент-Сити станет таким же международно значимым, как и шанхайские Лу Цзяцзуй. После окончания средней школы в России в 2015 году я решила поехать в Китай. Я поступила в Аньшанский педагогический университет в провинции Ляонин на бакалавриат, где начала изучать китайский язык с нуля. 这是我的大学毕业以后第一份工作，在这里我的工作不仅仅是做口译和笔译，还经常在很多会议上当翻译。Тонши е цаню и се каучаха сянчан яншоу. Я работаю здесь почти с самого начала проекта, и мне очень приятно видеть, как 3 здания меняются с каждым днем, подобно цветущей девушке, которая с каждым днем становится все привлекательнее. И когда я только присоединилась к проекту, я не имела никакого представления о технологии, строительной терминологии. Но за последние 2 года я училась и накапливала знания в процессе работы и все больше и больше впечатлялась высоким качеством китайских технологий. Во время учебы я посетила много китайских. Я только однажды была в Шанхае, и самые теплые воспоминания у меня как раз об этом городе. Шанхайские старинные улочки, плавно переходящие в широкие аллеи, не оставляют никого равнодушным. Хоть я уже 2 года как вернулась с Китая после окончания учебы, однако моя близость с Китаем чувствуется как никогда. С каждым годом все больше китайских компаний хотят приехать в Узбекистан вести бизнес. И в 2022 году в Узбекистане пройдет саммит лидеров высокого уровня. В то же время в 2022 году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Узбекистаном. Я верю, что бизнес Shanghai Construction не ограничится только одним проектом, и в ближайшем будущем у нас будет больше возможностей для сотрудничества.